Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». Микрофон Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировчане предпочитают нехорошую работу, пособию по безработице. Такой вывод сделала эксперт в области социально-экономического развития регионов, профессор МГУ, спикер Эхо Наталья Зубаревич. На основе данных об экономике Кировской области в кризис. Об этом она заявила в нашем эфире. Уровень безработицы зарегистрирован, скажем, очень сильно вырос, но до сих пор ниже среднего по стране. Ваш народ, видимо, пытается усидеть в неполной занятости, без увольнений, пособием, ну, идут, все-таки в 4,5 раза выросло, но в стране-то в 5,5. Вятское население предпочитает, пусть не очень хорошее, но рабочее место, и правильно делает, потому что эти пособия на 3-4 месяца. Проблема Кировской области, по словам эксперта, душевые доходы и расходы. Они составляют 2/3 от средних по стране. Зарабатыванием и тратами беда, денег в регионе очень-очень мало, добавила Зубаревич. Программа «Экономика». За октябрь медикам за работу с ковид произвели более 12,5 тысяч выплат. Стимулирующие выплаты получают все медработники, которые находятся на передовой в борьбе с инфекцией, говорят в Минздраве. По 80 тысяч рублей получили в октябре 757 врачей инфекционных госпиталей, по 50 тысяч 2200 врачей скорой и сотрудников среднего медперсонала госпиталей, по 25 тысяч 1660 медиков среднего звена и водителей скорой, а также младшего медперсонала инфекционных госпиталей. Кроме того, медики получают надбавки. Это от 5 до 25 тысяч в зависимости от должности. За октябрь выплаты получили почти 8 тысяч человек. С ноября и до конца 2021 года выплаты медикам будут производиться теперь за счет фонда ОМС. Их размер будет определяться в зависимости от должности, характера работы в одну нормативную смену. Экономика на 101 FM. ВТПП открыли фотовыставку российских денег. Она работает в деловом центре палаты. На выставке 250 лет российским бумажным деньгам представлены образцы из собрания музея Банка России с конца 18 века и по настоящее время. Посетители могут увидеть фотографии бумажных денег эпохи Екатерины Великой, времен денежной реформы императора Николая I. Первые купюры, изготовленные способом орловской печати, который до сих пор используют при изготовлении высокозащищенных ценных бумаг. Кроме того, есть фотографии современных банкнот, посвященных прошедшему в России чемпионату мира по футболу 2018 года. В завершение о валютах. Доллар сегодня 77.33, курс евро 91 рубль 32 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.